Соревнования памяти Валерия Хована собрали в тире лучших стрелков средней школы номер 13, родного для воина-афганца учебного заведения. Мероприятие в таком формате – первое. Оно открывает большой цикл памятных состязаний. Гражданско-патриотическое воспитание в нашей школе занимало и занимает самую важную роль, помимо с другими направлениями. И наши дети свято чтят память нашего героя. И они понимают, что данная память нужна не тем, которые уже погибли и ушли от нас, а прежде всего нужны тем, которые живут сегодня. Уже прошло 30 лет. И сейчас мы вспоминаем то, что было, вспоминаем тех, кого с нами нет. Мы проводим мероприятия и для ветеранов Афганистана, проводим также мероприятия для вдов, инвалидов и членов семей погибших. Конечно же, проводя соревнования, организаторы преследуют несколько составляющих. Во-первых, это мероприятие позволит привлечь школьников к изучению истории родного города, школы. Во-вторых, это спортивное образование. Мальчишки не только учатся хорошо стрелять, но и развивают выносливость, внимание, наблюдательность. Мы проводим цикл мероприятий, включая лекции, беседы, презентации. Ну и самое главное, это спортивное мероприятие, направленное на укрепление здоровья, здорового образа жизни, овладение военно-техническим, военно-прикладными видами спорта. Цикл памятных соревнований продолжится. Уже есть договоренности с другими учебными заведениями Бреста и района, названными в честь воинов-афганцев. А что касается турнира памяти Валерия Хована, то в следующем году он станет открытым и соберет на одной площадке лучших стрелков-школьников со всего Ленинского района.